И сегодня в порт Мурманск должен был зайти авианосец военно-морских сил Индии «Викрамадитья». Однако из-за штормовой погоды и снега визит откладывается. Как нам рассказали на предприятии «Севмаш», «Викрамадитья» уже находится в Кольском заливе. Несколько часов назад в сопровождении фрегата «Трикант» и танкера «Дипак» авианосец пересек границу территориальных вод России. Неблагоприятные погодные условия вынуждают отряд пережидать шторм в полигонах боевой подготовки Северного флота. Планируется, что завтра «Викрамадитья» прибудет в район Мурманска. Здесь корабли дозаправятся топливом и отправятся через Арктический, Северный, Ледовитый, Индийский океаны в порт приписки к берегам Индии.